Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху исключил прекращение боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников. Заявление политика прозвучало в преддверии нового раунда переговоров о перемирии, которые пройдут в Египте. Вместе с тем он отметил, что Израиль не является стороной, препятствующей заключению сделки. Он напомнил, что в плену у Хамас все еще находится 133 заложника. Я ясно дал понять международному сообществу, прекращение огня не будет без возвращения похищенных. Этого просто не произойдет. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация Джо Байдена на днях дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции. Сотрудники ООН обследовали разрушенный комплекс больницы Аль-Шифа в городе Газа. В стенах медицинского учреждения 14 дней находились израильские войска. Руины, оставшиеся после их выхода, сотрудники сравнили не иначе, как с кладбищем. По данным палестинских медицинских источников, больница сейчас полностью выведена из строя. Армия уничтожила все медицинские оборудования в комплексе, операционные и отделения интенсивной терапии.